Она толкает меня к краю. В смысле? А, ты чё? Она хочет убить тебя. Крис, Патюк? Покажи Патюка, я хочу с ним познакомиться. Где? А, меня Патюк убил! Она полезла, ты видел? Да, чё это за момент? Патюк? А, она умерла от Патюка, она Патюк меня убила мимолетом. И Йоши умер, все умерли. Всем привет, котята, меня зовут Лана, и мы с Йоши вообще хотели записывать показ мод. Но зачем показ мод, когда есть моя любимая игра, и да, меня передонатили. Да, я знаю, спасибо. И передонатили меня, между прочим, аж дважды. Но я уже не буду вот это вот кошмар, все передоначивать. Кошмар. Мне это уже не надо, третье место тоже хорошо. Тем более у меня теперь есть деньги. Йоша, у тебя есть деньги? Да. Ну, ладно, блин. А что, донатерам ничего не дают? Ладно, обидно. Но зато, Йоши, тут есть кое-что для тебя. Кстати, тут несколько обновлений. А мы поднимаемся наверх. Пойдем. Так. Ну пойдем. Что там интересненького рассказывай? Ну я уже вижу кое-что. Ой. Йоши, гравитацию сделай low. Там написано low gravity. Так, есть. Все. И что? И теперь. О! Ну прыгать-то зачем, когда low gravity? Так, а я выберу. А если я прыгну, я далеко улечу? Ну откуда я знаю? Я не пыталась. Так, ладно, но я хочу вот отсюда, потому что я тут кое-что видела. Тут есть шикарные волосы. Во-первых, тут есть новое лицо, я его вот возьму. Но, если честно, оно хуже, чем это. Я, пожалуй, возьму вот это, да, это мое любимое. И вот, пожалуй, таких цветов не было, да? Я думал, это змея зеленая, ужас какой. Подожди, я не хотела эти волосы, я хотела вот эти. Я уже не могу, да? Ладно, Йоша, сейчас, секундочку. Ты умираешь с капец каким смешным звуком. Подожди, а это случайно не общий звук Roblox со смертью Роблокса теперь, нет? Не знаю. Просто мне писали, типа, ой, Йош в таваре обнова, и там теперь так умирают. Ага, возможно. Так. Вообще это звук прыжка в квейке. Ладно, допустим, я хочу вот эти волосы. А сейчас мы... Ну, мы это потом проверим, надо запомнить. Я просто не знаю, как на это реагировать. Где мои ноги? Угу. Ног нет. Йоши, ног нет. Что делать? Взять вот эту штуку. О, ага. Нормально. Потом взять вот Лан, эти костюм волосы. Джорна Джованни, посмотри на да, это. Да ладно, что, серьезно? Подожди, они меня поймали. Ту. Да блин, отпустите. Помогите, Йоши. Я, короче, хочу эти волосы не просто так. Тут написано, не заходите в воду, когда у вас эти 4 парика. Как вы думаете, что я хочу сделать? О боже мой. Ты ужасный человек. Не просто так это написали, Йоши. Слушай, а я с нормальной гравитацией хожу, и мне хорошо. Мне не очень хорошо, судя по тому, как я тут. А, ладно, я сейчас вернусь. Так, дубль 2, я все беру, чтобы потом взять эти прекрасные волосы. Ага. Давайте, ладно, возьмем вот эти. Пусть, выпустите меня, отлично. Все хорошо. А, Йоши, ты в бассейне, да? Да, я жду у тебя. У нас будет вечеринка в бассейне. Типичная, ну давай. Ну, я надеюсь. Итак, вы все видели, что там написано, что нельзя надевать эти волосы, если вы собираетесь идти в бассейн. Но кто читает инструкции, правильно? А, конечно. Ты не заходишь в воду? Я уже заходил. А теперь захожу я. Давай. А, нормально. А ты где? Боже мой. Нормально. Слышь, Тентаклич, ты куда улетела? Мне понравилось, я сейчас вернусь. Давай. Нет, подожди, я даже вот так, я побыстрее вернусь. Интересная тема, конечно, я такого не ожидал увидеть. Ты бомбочки устраивал в прошлый раз, да? Да, давай, моя я очередь. Хочу посмотреть на это, давай. Так, так чуть повыше, вот так, да? Так. И... Господь всемогущий, что с тобой такое? Что ты такое? Октопус. Я плаваю. Бульк? Где ты? О, я под картой! Нет, вы меня не... Меня убили. Убили? Да. Ну, ладно. Да то я видела твои волосы, они в бесконечность куда-то простираются. Но да ладно, хорошо, допустим. О, подожди, тут же еще каблуки есть. У меня же есть геймпас. Подожди, реально, у меня реально волосы бесконечные, что это за фигня? А это потому, что ты гравити не сделал как надо. Я сделал, у меня уже лоу. А вот, это ты и сломал гравити сначала. Но это тоже с волосами небольшая проблема. Ну, Йоша, пойдем, нам нужно в салон красоты. Ты думаешь, мы недостаточно красивые? Вроде бы мы красавицы с тобой. Я думаю, что нам всегда надо ходить в салон красоты. Ты, особенно если мы красивые. А, интересно. Это знаешь, короче, такая тема, что вот все же думают, что можно не покупать рекламу, ну там, будучи Кока-Колой, да, да, например, да. Там, или Пепси. Вот. А на самом-то деле они дофигища тратят на рекламу, просто чтобы все знали, насколько они крутые. Угу. Вот такая тема. Но тут почему-то ничего нет. Может, домик на дереве? Давай. Так что, ребят, если вы вдруг увидите, как Макдональдс, например, реклама... Ладно, мне так нельзя делать.
Смотри, мне плохо. Это как мне нельзя в бассейн? Да, 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 наверное, так. Так что вот, ребят, если вы вдруг увидите рекламу Макдональдса, то не думайте, что они, типа, по приколу это делают, и вообще все их знают, и им это не надо. Это, оказывается, надо. Леша, уже рекламу Макдональдса, боюсь, не увидит никто. Ну, как там, вкусно. А им как раз-таки надо. Им точно надо, да. Ладно, меня тянет наверх. Ладно, меня утягивает наверх какие-то волосы мои. Я могу только... лететь вот так, ну, нормально. Ага, ага, ага. Здравствуйте. Здравствуйте, вы такая красивая. Выйти тоже не могу, это все из-за каблуков. У меня волосы оторвали опять. Ладно, меня тянут, посмотри, меня тянут. Ты видишь, это неадекватно. Да. Смотри. А зачем ты на волосах? Я не двигаюсь, свои... я руки убрал. Повесилась. Руки поднял вверх. Ну, так случается в жизни, честно говоря. Каблуки у тебя тоже классные. Посмотри, я ничего не делаю, посмотри. Ничего не делаю, я серьезно, я клянусь тебе. Я руки убрал. А! Блин, я из-за тебя она с дерева повесилась. Упала. А ну-ка, если я упаду на землю, смотри. Убрал руки. Руки убраны. Так, high gravity, ладно, сделаю high gravity. Low gravity, normal gravity, high gravity, low gravity. Ничего не меняется, меня тянет куда-то в помойку космическую. Посмотри, это ненормально, это нечестно. У нас тут есть женщина, подруга наша, смотри, вот она. Где, куда подругу? Вот она идет. Здравствуйте. А, и эта подруга. А, знаешь, мне кажется, их надо познакомить с той подругой. Сейчас, подожди, я ее открою. О, ты думаешь? Давай, думаю, это отличная идея. Мне тут показалось, что промелькнуло, ну ладно. Эй, подруга. Так, допустим. Боже, как же она смешно ходит. Так, я вот, а как? Ладно, я веду ее, Господи, тихо, тихо, стой. Тебя долбануло, что ли? Она пытается, но пока не может. Ладно, Ёж, тебе надо убегать, тебе надо улетать. Нормально. Ёж, а вот это вот агрессивная. Смотри, они... друг друга трогают. Одна убила другую, ты видела? Да, я этого не видела. Ты че, серьезно? Так, это... А меня почему-то уносит, я не понимаю. Ёша, я не могу управлять, короче, полетом. Ужас какой. Сейчас, подожди. Где появляется та женщина? Я ее сейчас сам выпущу. Вот она здесь, давай сейчас мы их познакомим. Еще разочек, давай. Да, иди лично, сюда. Я не против. Я не могу. А, ты не мне говоришь, да. Ты женщине говоришь. Она не идет почему-то. А вот так придет? Вы тут? Зови ее, Лан. Уважаемая. Зови ее, вот ту свою. Я не могу пройти. Розовенькую. Кажется, она нас боится. А, не, нормально. Она идет. О, вот они, смотри. Сейчас, смотри, они должны противостояние. Встретиться. Легендарное противостояние сейчас будет, смотри. Смотри. Она гонится за ней. Смотри, она не гонится, она ее убивает. Смотри. Нет, она ее не убила. Сейчас, смотри, сейчас убьет. Что она орет? Слышала, она орала, она умерла. Она еще, да, что-то орала. Умерла и орала, какой ужас. Так, тут новая есть? Да, есть. Ёж, подожди, а давай, смотри, я придумала. Тут же есть машинки, да? Да. Сейчас, я приеду. Я просто очень хочу посмотреть, как мы будем, вот как это на машинах. Машина довольно быстрая. Так, а она прикончила ее опять, что ли? Не знаю, не знаю. Вон она стоит. Ее просто больше нет. О боже, она ее в Макдональдс засунула и, кажется, убила. Да ладно, она реально убила? Она бежит за мной, я на машине, она бежит. Ладно, осторожно. Так, Ёж, подожди, а что если? Она толкает меня к краю, в смысле? Ты чё? Она хочет убить тебя. О, подожди, это появилось, иди сюда. Я убила ее. Да ладно, блин, как? Я ее сбросила. Ты реально убила ее? Да, она бежала за мной. Ты убила ее своей красотой, Лан. Своей красотой ты ее убила. Спасибо. Так. Давай, подтащили эту женщину туда. Будем их опять спарринг устраивать. Больше. Она здесь, она новая появилась. Вон она. Так, подожди, так, секунду. Я хочу опять на машине, мне очень нравится вот это вот. Лан. О, ладно, ты уходи, ну его нафиг. Тихо. А что происходит? Смотри, опять драка. Я просто надеялась, что она может сесть там в машину, например. Опять она орёт. Опять убила. А на машину ты зачем агришься? Женщина. Ужас. Ужасная женщина. Пнула машину, ты посмотри. Отпинала машину твою? Так, подожди, это уже ДТП. Это точно. Это надо зафиксировать. Так, как зафиксировать? У меня сломался опять этот. Ёша, у меня все сломалось. У меня сломался ковер-самолет. Блин, что делать-то? Помогите. Зови Аладдина. Да уж. Все, я теперь вывеска Макдональдса, походу. Ага. А, я вижу тебя, да-да-да, вижу. Я больше не могу выйти. Мне нужна помощь этих женщин, чтобы они меня убили. Единственное, что у меня есть, это очень модная сумочка, которая, кстати, подходит к моему луку. Фенди. Да. Ёша, подожди, тут какое-то животное. Куда посмотреть? Покажи, пожалуйста. Криса, Патюк. Криса, Патюк? Патюк. Покажи Патюка, я хочу с ним познакомиться. Меня Патюк убил!
сил! Чего? Я подошла, она оставила от меня только хвост. О боже. Это что вообще? Она двигается или нет? Я не знаю. Ладно, она на меня не агрится. Нет, я просто близко подошла. Смотри. И она меня убила. А если мы приведем к ней... какую-то женщину. Надо ту вот эту покрупнее, которая. Которая покрупнее или помускулистее? Ну вот помускулистее покрупнее. Слушай, они тут. Смотри, она, короче, залезла в горку, и они через стекло друг на друга смотрят, а достать не могут. О боже, глупенькие. Эй, ты выходи. О, она пошла за мной. Так, я хочу отвезти ее к Патюку. Главное, самой не убиться. Не пропатючиться. Тихо-тихо. Вот сюда. Смотри. Она... Чё? Они не дерутся с Патюком. Чё, она выжила реально? Я не знаю. Сейчас, подожди, я немножко вот так подлечу. Ой, подожди, я даже не так подлечу, я вот это без... обычным способом, таким медленным. Ага. И нет, она просто отпинала Патюка, и все нормально. Серьезно? Угу. Может, Патюк агрится только на людей нормальных? Я не знаю, а видишь? Не агрессивных. О боже, тут все собрались. А давай мы еще? Да, я привел ее. Ее вот сюда приведем, ее вот так. Она полезла, ты видел? Да, что это за наглость? Она прыгает, пытается на тебя достать. Они сговорились, понимаешь? Они сговорились походу, теперь. Походу, да. Это, как думаешь, это Патюк их науськал? Науськал. Патюк науськал, как звучит смешно. Нет, все, она убила ее. Блин. Почему Патюк не убивает эту женщину мускулистую? Я не знаю, он слабее, может быть. Та тоже не убивает эту женщину. Ёши, нам нужно эту женщину загнать обратно и попробовать ту женщину с Патюком познакомить. Я считаю, что так. А можно ты за мной пойдешь? Да не так же быстро. Можно. Да, блин. Можно. Так, давай, женщина, за мной. Ёша, давай вот сюда, она за мной зайдет, а ты закроешь дверь. Подожди. Ёша, закрывай. Закрыто. Спасибо. Она меня задавила авторитетом, все, убила. А чё ты, выходи, чё ты стоишь-то, так? Так, пока Ёша там разбирается с этой же... Мне показалось, или Патюк подвинулся? Что-то мне какой-то... Как-то странно. Так, надо позвать эту. Эй, выходи, эй, ты. Блин, она убила меня. Ну, я позову ее, не бойся, давай, ну, давай, я ее зову. Ну, ты так позови, чтоб я увидела. Нормально, видишь? Да. Итак, ты только через забор ее, а она перелезет, ой, думаешь? Ой, я не провел ее через забор. Так, великая битва. Смотри, легендарный момент. Патюк. О! Она умерла от Патюка, но она меня убила мимолетом. И Ёша умер, все умерли. Что? Все умерли. Тот самый стикер из телеги. Кстати, в телегу заходите, первая ссылка в описании. Да, тот самый стикер из телеги, все умерли. А Патюка-то нового нет. Реально Патюка больше нет. Какой кошмар. А почему бейдж за это не дали, чтобы, мол, вы там Патюка убили, молодцы? Реально, слушай. Я не знаю. Может, мы не молодцы из-за этого? Ну, может быть, конечно. Ладно, я хотя бы тут это халатик надену, пойдет. У меня же реально больше нет Патюка, ты представляешь? Ужасно. Зато мы не видели... Это ты так летаешь быстро? Да. Ага. Зато мы не видели вот эту горку. Да, это правда, не видели. Она похожа на ту из Финиса и Ферба, которую они строили летом. Ага. О, я села! Ёши, ага. Она работает. Отлично. Только надо было, конечно, сесть в каком-нибудь красивом наряде, знаешь, потому что мы, ну... Ага. Но это уже, ну, две не удалось. Принцессы с тобой. Ну, а ты летаешь, ты не оделся, тем более. А я фея. Ага. Я фея. А кто русалка? Нам нужна русалка. Гении понимают друг друга с полуслоненком. Да, да. Ну что? Очень странный аттракцион. Иногда он заедает. Ага. Мне кажется, что, возможно, это смертельно опасно. Как и вся игра. Опасно. Да. Но... Ага, я все-таки проехала. Знаешь, это, наверное, нормально. Часть аттракциона, когда он... Так, все, спасибо большое, спасибо. Я больше не поеду. Ёша, осталась одна машина. Одна машина, последняя осталась. Я просто очень хочу, чтобы кто-то из них кто-то в нее сел. Так можно сделать? Господи, Лан, ну пожалуйста, не издевайся. Ну как это не издевайся? Она зажала меня, Ёши. Ясно. Помоги! Она зажала меня в машине, я не могу никуда ехать. Мне кажется, она не сядет туда. Ну... Такое очучение есть. Ты что делать? Алло, женщина. Ты видишь, что она подняла машину? Да, ладно, она попробую... мускулистая. О, довольно. Нормально. Так, может быть, вот это сможет сесть в машину. А, блин,
Да что ж ты убила-то меня? Ёши, блин, она тут наспавнит. Ты специально ее ко мне привел? Нет, извини, пожалуйста. Ёши, та женщина села в машину. Это серьезно? Это правда? Это серьезно? Да, смотри, она здесь. Она реально сидит, она в, сидит машине? В машине. О, господи, легендарные правда? Моменты в этом видео. Правда, это внутри Макдональдса произошло. Это последняя машина. Да пофиг, пусть хоть в Маке я сидит. Я убилась об ее руку, потому что мы не можем выехать. Но в целом это выглядит гениально. Давай ее та убьет, я отгоню машину. Давай сюда ее пригласить надо, Ёша. Ну а как? Ну заедь туда вот внутрь. Да блин, я опять убилась об нее. Она убивает? Пока орет только. Кажется, просто орет. Она давит ее просто авторитетом пока. Слушай, ну кажется, в таком случае мы с тобой в безопасности. Да. Потому что она не может ее убить. Я вот даже обошла сейчас сзади. Ага. И это все. Слушай, ну в принципе, мне кажется, мы сделали что-то крутое. О, да, это капец, просто легендарное видео. Отлично, давай. Знаешь, мне кажется, это надо делать не в таком виде. Ёши, у меня тут волосы закрывают все небо. Ну, ужас почти. Какой. Очень красиво, кстати. Так, я, кажется, тебя вижу. У тебя только два хвоста и все. К секунду. Меня заносит. Я, видимо, уже где-то отдохнула. Осторожно, понемножку. А что, нельзя? Сесть нельзя. Сесть. Угу. Ладно, ну, меня уносит куда-то, поэтому мы... Не знаю, из-за чего это, из-за платья или за... О, можно сесть, Ёж. Ты чё у меня на голове стоишь? Это невежливо вообще-то. Извини, прости, пожалуйста. Присаживайся, там это как-нибудь... Давай. Не выходит. Не выходит, да? Ну, ладно. А, в общем, мы с моей подругой... Это я. Пришли отдохнуть. Тут еще две наши подруги, но они еще не определились, что будут заказывать. Так что, ребят, я надеюсь, что вам нравится эта ужасная серия видео. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока. Пока.